Напередодні Дня захисника України губернатор Одеської області Максим Степанов зустрівся з родинами військових, які загинули в зоні АТО. Голова облдержадміністрації анонсував введення нової соціальної програми, яка передбачає підвищення пільг для родичів загиблих. Запустити програму в області планують уже цього року. Ми привлекли бывших ребят АТОшников, которые воевали для того, чтобы вместе с ними услышать их пожелания. Что точно у нас будет в программе? На сегодняшний день оплата коммунальных услуг, 50% у них есть льгота, мы хотим эту льготу поднять до 100%, чтобы полностью мы оплачивали им коммунальные услуги. По поводу бесплатного проезда, чтобы у них был бесплатный проезд, этот вопрос не решен, к сожалению, на законодательном уровне, но мы нашли механизм, каким образом этот вопрос решить на уровне нашей области.